Ну это реально уже не смешно, а? Ну давайте заходите, вы что хотите, чтобы я один что ли в Among Us играл? Давайте, уже жду вас здесь только. Вот давайте, чтобы я в третий раз не повторял, хорошо? Во, давайте. Ага, все, давайте, рассаживайтесь, все, все, давайте. Сейчас будем начинать, рассаживайтесь. Так, а нас получается так, а нас 8 человек, а где еще двое, а? А, вот вы где. Все? Мы можем начинать игру или нет? Так, нам нужно посовещаться одну минуту. А мне тоже туда идти совещаться или не? Нет, ты там сидишь. Ну, короче, ну, если мы вот так вот делаем, то короче, вот так вот на самом деле. Ну, мал хороший, да, согласен, но... Всего ну, это просто не сказал, вот это да, вот это мозг, вполне. Слушайте, вот я его слушаю. А как? Будет ли там за следующий вид? А может, ты хватит у меня там за спиной что-то обсуждать, а вы можете тогда напрямую мне в лицо сказать, а? Да, ну все, да, давай, начинай. Чё ты тянешь? Давай, мы все готовы. Давай, начинай, вот на эту кночку нажимай, начинай, давай. Давай, начинай, чё ты смотришь? Давай, нажми на нее, давай. Прям нажми на нее, прям тыкни, давай. Давай, не тяни время. Давай. Нажимай. Ну чё ты смотришь? Давай, нажимай, чё ты смотришь? Вот на эту кнопочку нажми, ну чё ты смотришь? Чё ты просто смотришь и молчишь? Говорю, нажми вот на эту кнопочку. Ну смотри, какая она хорошая, вот прям возьми и тыкни на нее. Ты прям хочешь на нее нажать, ну давай, подойди, нажми. Мы готовы. Отойди в сторону, не беси меня, отойди в сторону. Давайте, первый раунд. Ага, давайте, сразу задание выполняем. Нифига не понимаю, что происходит, честное слово. Так, Хрейт не предатель, вот молодец, серый, молодец. А что это было? Почему они сначала вышли с сервера, потом зашли, потом начали шептаться у меня что-то за спиной, и потом чпуть такой, нажимай, давай, нажми на меня полностью, ага. Сразу свет выключают, хорошо. Самое мое ненавидящее задание в этой жизни я выполнил. Прямо сейчас. Что-то у меня такие подозрения, то что кто-то на меня очень сильно обижается. Знать бы еще, почему на меня кто-то очень сильно обижается. Я как будто им какое-то плохое зло сделал. Так, идем на камеры. Сейчас постараемся вычислить, кто из нас здесь предатель. Это точно не Хрейт, это я знаю. Так. О, там Чик идет чинить свет, и Амочка идет чинить свет. Мия, чё? Мия ходит, и там труп валяется, вот кусочек трупа такой торчит. Первый раунд, да, получается? А наша Миечка, получается, уже спалилась. Вот ты где, жмурик мой холодный. Миюшка, она пробегала мимо трупака тогда, когда был выключен свет. Я смотрел по камерам, кто очень подозрительно себя ведет. И вот Мия пробежала мимо трупака и даже его не зарепортила. А? И вот как ты сейчас оправдаешься? А как ты это видел, что я пробегала мимо трупа? Через камеры, я тебе еще раз говорю, на камерах нет эффекта того, то, что выключен свет, Мия. Ну так, выключен свет, я не могла увидеть труп. Кстати, тоже хорошая теория, свет же был выключен, она пробегала мимо трупа, но она труп не увидела. Я, конечно, не физик, но я предполагаю, что там было очень много углов, и из-за этого не было видно трупов. Я с ним полностью согласен. Хорошо, пропускаем. Ты на камерах не видел Аладдинов?
Очень подозрительно. Но в принципе, теория Ми действительно правдоподобная. Она вот так в темноте пробегала и нифига не видела. Наверное, так оно и было. Ладно, тогда быстренько чиним свет, и я обратно побегу куда-то на камеры. Ага, реактор у нас сработал, так это хорошая возможность, чтобы кого-то спалить, вдруг кто-то кого-то где-то кокнет. Слушай, да вы там будьте реактор чинить или не будете ядрить, так колотить, сейчас взорвемся нафиг все. Ну, банан, да тыкай ты уже там. Банан. Банан. Давай, расступитесь, давай, господи, все вода! Да что ж ты делать-то будешь? Да тыкайте вы на эти кнопки уже, когда надвиньте его ядрик! Банан! Да здрасте, ты что ты делаешь, сатана? Собака сутула. Идите на кнопку нажимайте, что вы на меня смотрите, пока банан опять эту фигню не включил! Трупачела! Ты чё творишь это, сын сатаны? А вот что тебе не нравится? Вот ты против нас используешь эту тактику, да? Вот ты используешь. А нам что, нельзя против тебя использовать ее? Вот сейчас не получилось взорвать реактор, на следующем раунде это получится. Псих ненормальный. Голосуйте за банана. Без лишних, пожалуйста, слов. Иди вот это, ага, до свидания, это сумасшедший. Он просто геометрию не учил. Так, ладно, выполняем задание. Походу, как я понимаю, мне кто-то мстить надумал. Просто те, вот если ты вдруг ходишь на мои стримы, которые каждый вторник, четверг и субботу в 7-8 вечера примерно... Все должны знать то, что я там открыл вот такой вот новый способ выиграть за предателя. Башкой просто вот так кнопку закрыть, и никто не может на нее нажать. Только вот сейчас у нас как-то получилось на нее нажать. И как я понял сейчас, банан захотел мне отомстить. Так, ситуация у нас повторяется. Там у нас сотомчик и картон... Да вы нажмете на эту сразу эту кнопку или нет? Картошка! Ну, будь ты человек! Так, да тыкай ты, отомчик, вот кнопка! Вот! Чё же она-то не тыкается? Вот я ж её вижу, вот! Картошка! Дочь ты сатаны, банан сын сатаны, ты чё делаешь? Ну как ты это сделал? Ну это невозможно, второй раз, ну зачем? Ну ты просто вот был самый плохой человек на планете. А давайте мы просто её кикнем и будем слушать, как она ноет, а? Вот и всё, картошка. Давай, добро пожаловать в открытый космос. Зачем? А вот сейчас объясните мне, пожалуйста, что это было, а? Брат, это все наши цыганские фокусы. Ты что, брат, думал, мы тебе мстить не будем? А если ты связываешься с одним нашим братаном, а остальные братаны тебя вообще подерутся один на один с тобой? Вообще ничего не понял. А сейчас на нормальном языке скажите, что он хотел мне сказать. Ну, ты всегда используешь читы, поэтому мы будем использовать против тебя твое же оружие. Как говорится, нечестного человека честно победить нельзя. Ах, вот оно чё. То есть вы, получается, в начале раунда вот здесь вот это сговорились против меня, да? Ну так, слушайте, так со мной можно же просто нормально поговорить, как с обычным человеком. Я вас пойму, я вам дам обещание, то что я больше никогда не буду использовать читы, обещаю. Честно, честно. Прям честно, прям 100%.
Прям обещаешь? Обещаешь? Обещаю! Больше без читов! Вот, я даже карту переключу на новую! Да здравствует королевство без щитов! С этого момента мы играем без щитов! Второй раунд! Мой рычаг! Ага! На рычаг нажал, вот этот экран сработал. А чё, так можно было? Я даже не знал то, что убийцы тоже могут на рычаг нажимать. Так, ладно, сваливаем отсюда. Ну ты иди. Я тебя даже не трог, просто уходи. Просто уходи. А, кстати, а у меня такой вопрос. А через вот эту стенку убить можно или нет? Мне просто очень интересно. А, да? А, чё, даже через такую толстую стенку можно людей убить? Так, это чё у нас? Я с Харейдом и с Дашей бежала в дезинфекцию. И тут, видимо, Даша случайно убивает Харейда. Прямо у меня на глазах. Это 100% она. В смысле? Да я и никогда ни при ком не убиваю. Это прям более Харейдом. Это не я, Аня. А как это так получилось, я сам не понял. Можно как бы сказать то, что я и не спалился, получается, если в одном месте там находилось трое человек, которые случайно друг друга начали обвинять. Так, получается, я могу кокнуть Мию, но здесь, походу, слишком палевное место, чтобы это делать. Поэтому я просто вот сюда отбегу, вот так отбегу, но все же убью Мию через стеночку. Все, побежали. И молодец, Костечка, даже труп не заметила, мне отсюда надо сваливать как можно быстрее, здесь у нас самочка походу уснула, как можно быстрее и как можно дальше, так, здесь у нас бежит, не, ну в принципе, как бы, спрашивается, а почему нет, вот так же можно просто взять, пойти сейчас куда-то свалить, вот, здесь Мия валяется, там Карась валяется, здесь наша феечка Винкс ходит. И чё ты думаешь, Шпунька, а? То, что я тебе не отомщу за то, что ты сделал со мной в предыдущей серии, тут собака! Ну, значит, тебя твоим же оружием сейчас и кокну. А я его буду ждать просто вот здесь. Он же сейчас прибежит вот сюда на... На кнопку, да ты, качок, прибежит! Ага, и просто валим. Очень интересная кнопка там, да, Костя? Ну, валим куда-то, вот сюда. Костя и Банан, у меня к вам очень много вопросов. Вот там чик, давай проголосуем. Отправим его учить геометрию. Все верно. Без лишних слов. Это Банан. За Банана. Да в смысле я почему? Да переведите хотя бы пару причин. Ты с Костей в комнате обнимался и думал то, что я тебя там не увижу, да? Это Банан. Это точно Банан. Я телек с ним смотрел. Вот именно. Мы смотрели Том и Джерри. Подождите, а чё так можно было? Если мы просто с другим предателем проголосуем за одного человека, его просто кикнет и всё, и мы выиграем? Отомчик, давай угол, хорошая работа. Отлично сработано. То есть ты решил использовать моё же заклинание против меня? Это крысерский ход, просто крысерский. И после этого ты ещё говоришь, что ты не будешь использовать читы, да? А какие, извините меня, простите, пожалуйста, читы были в этом раунде? Мы с Отомчиком просто вас порешали на раз-два, вот так через все люки поперемещались. Я вообще не знаю, убил кого-то Отомчик или нет, но я точно половину команды убил. Где я вообще здесь читы использовал? Ну почему опять мне? Ну ничего не сделал. У меня вот к тебе встречный вопрос. Где ты использовал читы, прости, пожалуйста? А как ты картошку подставил, то что ты же меня через стену убил, алло? А вот эту тайну я унесу с собой в гроб. Ага. Ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. Давайте, у нас получается третий раунд.
вот это вот мое задание. Дайте нажать такую-то кнопку. Не успел. Ну вот, все. Я первый раз в жизни рад, то, что я наконец-то не убийца. Прекрасно, да, все, уходи отсюда, Хрейд. Фух. Ну, слава яйцам, конечно же, куриным. Я просто пойду так. Банан выполнял задание, да? А задание у банана не выполнилось почему-то. А вот это уже подозрительно немного стало, то, что банан не выполнил свое задание. Ну ладно, я пока поспешных выводов делать не буду. Я сразу же пойду отремонтирую вот этот свет, как законопослушный гражданин. Все, пойду на камеры и буду следить за криминалом. Ага. Никого здесь нет, кроме Чпунька. Здесь у нас бежит угловатый Отомчик. Здесь у нас красный что-то прячется. В принципе, ничего интересного. Так, ладно. А сейчас я пойду повыполняю задание как можно... Так! В смысле здесь у нас красный? Это как? А как это объяснить, я не понимаю. Я был на камерах, переключил камеру, и там валялся труп возле джунглей. Примерно я не видел, что там кто-то пробегал. Так, ага, зеленый, синий, голубой, вот это все. Ага, здесь только я один красный. Ну, короче, я не видел, кто кого убил, поэтому пропускаем, но там был труп. А как это объяснить? Да вообще это... Я сейчас пойду и спрячу свой сральник. Я в этом участвовать не хочу. Там стоял красный. Он у меня на глазах убил Амочку. А сейчас красного, получается, здесь нет. Так, задания здесь тоже нет. Я тогда просто пойду, спрячу сейчас сральник, чтобы меня здесь никто не трогал. И я здесь никого тоже трогать не буду. Иди отсюда. Иди отсюда. Костя, сбрось отсюда! Я не хочу сегодня ни с кем общаться! Иди отсюда! Ладно, заходи тогда ты! Заходи тогда ты и вот там стой! Все! А я буду просто здесь стоять. Красный, где красный? Почему я один красный на всем сервере? Не считайте меня за ненормального сумасшедшего, но я с Костей был в сральнике. Мы там стояли, Костя занял мое место. Из дезинфекции выбежал красный. Не я, который красный, а еще один красный. Убил у меня на глазах Костю и смылся в люк. Но здесь больше нет никакого красного, я один красный. Шизофрения? Может быть, я это не отрицаю, но я вам клянусь, просто это не я. Я не убийца, я просто охранял Костю, и передо мной красный просто пробежал. Вот до чего тебя читы довели. У тебя аж голова поехала, крыша просто съехала. Уже у тебя красные бегают по миру. Вообще я в шоке. Ладно, хорошо, тогда пропускаем. Пропускаем. Сгинь, нечистая сила. Просто сгинь, нечистая сила. И дай мне нормально пожить. Дай мне нормально выполнить, пожалуйста, все задания. Я не хочу никого беспокоить. Я не хочу никого отвлекать. Какой-то еще красный бегает по карте и просто всех убивает. А, обосраться и не встать. Это что еще такое? Выполняем задания. Чем быстрее мы их выполним, тем быстрее я выясню, кто же этот красный, еще один какой-то. Так, еще одно задание. Здесь что, надо ведра какие-то? Суп сейчас будем варить или что мы сейчас будем делать? Так, ведра забираем и вот сюда вот это все. Вот так, ага. Ага.
А в темноте будет намного сложнее кого-то разглядеть. Так, здесь бегает отомчик, чини, давай! Свет уже быстрее, чё ты стоишь там на месте, всё, сваливаем от... Вот он! Вот он! Я говорю то, что вот! Кто его видел? Почему тут кроме отомчика никого-то не было, господи? Так, почему? Почему никто не прибил в электрике? Я был сотом, отомчик мог подтвердить мои слова, потому что прибежал еще один красный. А где, кстати, Чпуньк? Чпунька убили! И отомчика убили у меня на глазах, да я вам клянусь! Мы тут переживаем за тебя. Можете не надо играть в Майнкрафт, то у тебя уже какие-то галлюцинации пошли. Я вам так скажу. В самом начале игры, поверьте мне, пожалуйста, Банан прикидывался то, что он выполнял задание. Я потом проверил то же самое задание, и оно не засчиталось. Я его заново выполнил. То есть с первого раунда вот этой игры я подозреваю то, что это Банан всех просто как-то кокает. Давайте, пожалуйста, просто проголосуем за Банана. Я вас умоляю, поверьте мне на слово, Хэрей, ну будь другом, а. За что? Вот почему там задания индивидуальные все время, как ты говорил, все время? Ага, все время, да, Банан, иди в жопу все время. А нас осталось тогда, получается, 4 человека, да? А я вам предлагаю всем держаться или вместе, или, я не знаю, или вообще рядом со мной. Не бегайте, пожалуйста, рядом со мной. Я вас умоляю, идите отсюда, все. Так, задание, где у меня задание? Лаборатория кислорода! Да заколебали со своим реактором! Идите его чините, где у меня задание-то здесь вообще находится? Кислород, вот здесь у меня задание. Так, быстро, да почините там уже, пожалуйста, реактор, чё вы такие медленные? Так, всё, валим! Господи, чё ж вы-то ничего не чините? Быстро нажимайте на кнопку там, давай! Так, сюда, да подойдите сюда, кто-то к другому реактору, кто там вообще, там у нас Мия, я вижу, так, а где карась, ядрит, колотит, вы же обещали то, что вы не будете эти читы использовать, так, как мне нажать, может здесь как-то по-другому можно выключить этот реактор, я в душе не понимаю, не могу, Я не могу, я просто не могу нажать. Предатель Банан, как я говорил, и Хрейд! Фиолетовый, оранжевый, красный, вот я красный, коричневый, какашечный, белый, лайм. А где еще один красный? Где тот самый красный, которого я всю игру видел? Где он? Какой еще один красный? Эд, тебе реально в дурку надо, серьезно, ты, по-моему, переиграл немного. Брат, у меня в Грузии есть отличный друг-врач по имени Каха. Он тебе, короче, может помочь с чем угодно. Короче, когда я болел, он помог мне, он сказал мне там, попей чай, я вылечился. Вот ты тоже попей чай, вылечишься сразу от шизофрении, отвечаю.